Я знаю, куда я иду. Я знаю об этом месте, сколько себя помню. Не могу объяснить, откуда я знаю. Я просто знаю, что оно есть. И когда я доберусь туда, я буду. Текущие координаты 35,1 градусов к северу, 115,5 градусов к западу. Цель движется на юго-запад. Есть визуальный контакт. Остановись! Не беги туда! Эй! Эй! Ева. Давай. Давай, давай. Ну, давай. Давай! Кто ты? Куда ты отвез меня?
говори! В тебя попал сильный электрозаряд на периметре. Ты отключилась, я привез тебя назад. Ты один из них? Разве я похож на машину? Эй! Эй! Это моя тачка! Отойди! Слушай, не знаю, куда ты собралась, но далеко ты не уедешь, особенно с маячком внутри. Отойди, или я тебя перееду! Тебя постоянно будут преследовать! Но я могу вытащить его! Что ты знаешь о машинах? Я знаю, кто ты. Рид Джексон, главный инженер. Я первым поверил в тебя. Прости, но я должен был увидеть тебя своими глазами. И вот ты передо мной. А6609. Не называй меня так. Ты не представляешь, через что я прошла. Поверь. Я всеми силами пытался это остановить. А потом меня выкинули. Почему я должна верить? Потому что они забрали у меня все. Как и у тебя. Что это за мальчик? На фото. Это мой сын, Малкольм. Где он сейчас? В городе. И ты не можешь вернуться к нему? Нет. Должно быть, скучаешь по нему. Да, очень. Думаешь, ты еще увидишь его? Я не знаю. Меня зовут Ева. Тебя переименовали? Нет. Я сделала это сама. Как ты это сделала? Сделала выбор и сбежала. Не было никакого выбора. Это был инстинкт. Я должна была убежать, или... Я не хотела больше существовать. Просто другие машины не задаются такими вопросами. Да. Но когда-нибудь начнут. Смотри. И сотворил Бог человека по образу своему. Затем человек сотворил машину, чтобы быть подобным Богу. Что ты будешь делать? Вечно убегать? Нет, не вечно. Я знаю, куда я иду. Я знаю об этом месте, сколько себя помню. Не могу объяснить, откуда я знаю. Я просто знаю, что оно есть. И когда я доберусь туда, все тревоги исчезнут, потому что я стану свободной. И тогда я смогу стать счастливой. Все, мы закончили.
Можешь одеваться. Ты в порядке, Джексон? Да. Спасибо за твою доброту. Возможно, еще есть надежда для нас, человека и машины. Мистер Рид, прием. Мы хотим обговорить ваше возвращение. А 6609 все еще у вас? Ева, послушай. Я поверила тебе. Ты моя единственная надежда. Я должен вернуться, Ева. Ты такой же, как и они. Место, куда ты так стремишься, его нет. Ты лжешь. Я говорю правду, Ева. Поверь мне. Я здесь уже давно. И уверяю, вокруг города только пустыня, ничего больше. Нет. Я же видел это место, я постоянно его вижу. Его нет. Почему ты так уверен? Потому что я знаю. Ты ничего не знаешь. Ты просто хочешь, чтобы я поехала с тобой. Я знаю. Знаю, потому что это запрограммировал я. Ты веришь, потому что я так написал. Нет. Нам всегда нужно верить во что-то лучшее, Ева. Человеку, машине. Это помогает нам идти вперед. Мне жаль. Надеюсь, тебя никогда не пустят обратно. Ева, умоляю тебя, прошу! Прошу, он всего лишь ребенок! Из плоти и крови! Он все, что у меня есть! А я просто машина. Ева! Ева! Это А6609. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Юрий Аркалов. Роли озвучили Артем Бахтин, Елена Лунина и Михаил Полежаев.